Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Этнография башкирского народа чрезвычайно разнообразна. Его нынешний родовой состав складывался на протяжении многих столетий. Этнологи выделяют несколько этапов формирования современных башкир от времен скифо-сарматов до Золотой Орды. Причем удельный вес этнического компонента, связанного с эпохой Чингисхана, очень значителен. Тому примером история башкирского рода Катай. Башкиры рода Катай ныне населяют Белокатайский и Белорецкий районы Республики Башкортостан. В Бакалинском районе к их селениям относятся Старые Новокатаево. Кроме того, башкиры-катайцы компактно проживают в Кунашакском районе Челябинской области и Альменевском районе Курганской. История племени Катай насчитывает почти 2000 лет. Эта этническая группа является одной из древнейших среди современных тюркских народов. Катайцы были современниками гуннов, древних римлян и китайской династии Хань. Свое этническое имя они несут с первых веков нашей эры до сегодня. В древности Катай проживали в бассейне реки Шара-Мурен, которая протекает по территории современного автономного района Китайской Народной Республики, внутренняя Монголия. Здесь и фиксируется княжество Кидань. Кидань – китайское название племени Катай, передаваемое на письме двумя иероглифами – «ки» плюс «дан». Кидани находились в очень выгодном положении между земледельческим Китаем и степными народами, в том числе тюрками. Вот. И вот это равновесие, которое поддерживалось между Китаем и между тюрками, как говорится, вот это была буферная зона. Вот. И эту буферную зону как раз заселяли кидани. Территория у них была невелика, их расселение. В китайской хронике Таншу говорится, владение Кидань лежит за 5000 ли от столицы прямо на северо-восток. Занимаясь звериную ловлей, не имели постоянного места пребывания. Киданьский государь Дахэ имел 40 тысяч строевого войска, разделенного на 8 аймаков. Он был вассалом тюркского дома с титулом Эркина. Титул Эркина носили вассальные, но автономные князья, подчинявшиеся правителям могучего тюркского каганата. Собственно, сам титул Эркин переводится как «свободный». Одним из таких свободных слуг державных тюркских каганов и был упомянутый Катайский государь. Пример тюркского великодержавия был заразителен. Правители катайцев пока были эркинами, но уже мечтали стать ханами. Тюркское великодержавие, воспеваемое в архонских памятниках, было далеко не всем по вкусу. В 628 году катайский князь Кугэ отложился от каганата и принял подданство империи Тан. За это император Тайцун одарил его и старейшин шелками и чинами, за которые потребовал плату кровью. Войска катаев участвуют в военных кампаниях против своих бывших сюзеренов, тюрков, а также в кровопролитном завоевании Кореи. Как Китай, Китайская империя, так и Тюркская империя очень использовали политику, как говорится, борьбы друг с другом силами третьих сил. Вот. И в этом отношении кидани как раз оказывались как бы между молотом и наковальней.
Тайцзун был самым выдающимся императором династии Тан. При нем Китай достиг максимального за всю его историю расширения границ. На востоке включавших Корею, а на западе доходивших до Аральского моря. Все-таки большую часть Китая служили тюркам. Вот. Только в отдельные времена, на периоды там, 10-20 лет, вот, на протяжении вот этих 300 лет, они подпадали под танское влияние. Вот. Императорский Китай даже назначал киданских правителей руководителями определенных провинций северных. В 695 году вождь Кидании Цинь-Джун принял титул Кагана и в одном из сражений разбил императорские войска, шедшие для подавления восстания. Через два года империя Тан отправила против катайского Кагана уже 170-тысячную армию, но и она потерпела сокрушительное поражение. Третья китайская армия насчитывала уже 200 тысяч воинов. Против нее одной храбрости уже было мало. Катаи были разгромлены и были вынуждены подчиниться восточно-тюркскому каганату. Однако под его властью они находились недолго. За ослаблением каганата последовало новое подчинение империи Тан, затем новое восстание против нее. Бесконечная череда войн и мятежей, сменявшихся политическими альянсами то с тюркским каганатом, то с империей Тан, заполняли в истории катаев весь 7 и 8 века. Лишь в 9 веке они встали на путь собственного великодержавия. В 9 веке на месте погибшего тюркского каганата возникает уйгурский каганат. Через 100 лет распадается и он. После непродолжительного возвышения каганата енисейских кыргызов наступает час катаев. На протяжении столетий каганаты сменялись другими каганатами. На глазах у катаев рождалось, расцветало и угасало великодержавие гуннов, табгачей, аваров, тюрков, уйгуров и кыргызов. И вот, наконец, пробил их час. Этого момента они ждали несколько сот лет. Наученные горькому опыту своих предшественников, закаленные в боях со своими противниками, искушенные во внутренних делах Китая, к началу X века они оказались наиболее реальными претендентами на роль гегемона Азии. В 907 году каганом Катаев стал Елюй Амбагай, который совершил ряд удачных походов на соседние страны и покорил маньчжурское государство Бохай. Именно он стал основателем новой киданской династии. Ему наследовал сын Дегуан, который, вмешавшись во внутренние распри Поднебесной, установил контроль над северной частью страны и в 947 году объявил свою новую державу империей Ляо, а одной из ее столиц – город Пекин. Империя Ляо – китайское название великого государства Киданий. Ляо значит «железное». Кидания окрепли настолько, что уже в Центральной Азии представляли собой довольно реальную военно-политическую силу. Вот. У них была хорошо вооруженная армия, порядка 70 тысяч воинов. Это была своя армия, не наемная. Вот. И в этот период они, в общем-то, начали делать походы на север Китая. В 11 веке катаи нанесли ряд поражений империи Сун, заставили ее отдать часть своих территорий и платить дань. Ляо была первой иноземной династией, непосредственно подчинившей своей власти земли Срединной империи. А катайский клан Елюй стал первой иноземной фамилией, осмелившейся провозгласить себя императорской династией. До этого гуннам и тюркам удавалось лишь принуждать Поднебесную к выплате дани. Катаи заставили признать себя ее господами. Именно по их этнониму Катай мы сейчас именуем Китай Китаем. В конце XI века империя Ляо приходит в упадок.
Джурджени, племя маньчжурского происхождения, обитавшее на территории современного Приморского края, воспользовалось ослаблением державы Киданий и перешло в наступление. К 1125 году государство Великое Ляо было уничтожено. Лишь самые неукротимые катаи, еще не потерявшие под влиянием китайской культуры своей древней доблести, решили прорываться из охваченного огнем Китая на запад. Беглецов возглавил Елюй Даши. Елюй Даши – катайский принц и полководец, прославившийся в войнах с Южно-Китайской империей Сун. Именно эта группа западных киданий и является предками тех катаев, которые ныне составляют значительный компонент в составе ряда тюркских народов. Современники их прозвали каракитаями, то есть черными катаями. Почему черными? Возможно, потому, что эта часть катаев считалась наименее ассимилированной китайцами и наиболее аутентичной своему изначальному культурному типу. Елюй Даши вторгся в пределы восточного Туркестана и после нескольких сражений занял земли первого тюрко-мусульманского ханства караханидов. В это время Среднюю Азию раздирала междоусобица. Правитель Сельджукской империи султан Санджар пытался привести в покорность своего взбунтовавшегося вассала Хорезмшаха Ала-ад-Дина Ациза. Война шла с переменным успехом, пока на стороне последнего не выступил Елюй Даши, незадолго до этого принявший титул Гурхан. Гурхан – титул правителя Каракитаев, состоящий из двух слов – «кур», то есть «собрание», и «хан», переводится как «всенародный хан». В 1141 году в Катванской степи, что находится к северу от Самарканда, состоялось одно из крупнейших сражений Средневековья. Ибн Ал-Асир пишет: «Два войска встретились, как два мощных потока. Гурхан обошел войска Санджара, так что прижал их к руслу реки, которая называется Даргам. Битва принудила мусульман к бегству, и несчетное множество их было убито. Султан Синджар ушел разбитым. Не было в исламе битвы крупнее этой, и не было в Хорасане больше убитых, чем в ней. Государство хитаев и неверных тюрков утвердилось в Мавераннахре». Султан Санджар сумел организовать вот это государство, организовать сопротивление. Но, тем не менее, над превосходящими силами киданий он все-таки не устоял. Здесь, возможно, и какие-то полководческие, возможно, были таланты или, может, что-то другое. Вот, в войне этого предусмотреть невозможно, но, тем не менее, султан вынужден был признать верховенство киданий и платить очень большую дань, если не ошибаюсь, больше 30 тысяч динаров, золотых динаров. Слух о поражении лучшего воинства ислама, неоднократно громившего крестоносцев в Палестине, породил в Европе легенду о царстве пресвитера Иоанна, якобы идущего на помощь к своим единоверцам-христианам. Победа катайского гурхана подорвала силы Сельджукской империи, но положение самих катаев также было шатким, так как они находились в окружении мусульманских подданных, мечтавших свергнуть гнет иноверцев. К тому же, еще при жизни Елюя Даши в степях Монголии родился мальчик, которому будет суждено закрыть последнюю страницу истории катайского великодержавия. Мальчика звали Темуджин. После завоевания Средней Азии Чингисханом кара-катаи были поверстаны в систему военной организации монголов. Они участвовали в походах Батыя на Русь и Европу. Их восточные собратья, оставшиеся на родине, также вошли в состав монгольской армии, воевавших на юге Поднебесной и в Индокитае. Один из них, Елюй Чуцай, служивший чиновником при дворе империи Цзинь, стал ближайшим советником Чингисхана и его сына Угидея. Елюй Чуцай, простой человек, потерявший свою страну, приветствует Чингисхана. Ты честный и достойный человек. Я восхищаюсь твоим мужеством и твоим характером. Ты будешь мне помогать?
Я почту за честь служить такому правителю, как ты. В 1230 году часть монгольских наёнов, заявляя, что от китайцев нет никакой пользы, предложила Угэдэю поголовно их истребить, а земли превратить в пастбище. Против этого предложения выступил Елю Чуцай. С помощью точных расчетов он показал, что гораздо выгоднее будет не уничтожать население, а установить систему постоянного налогообложения и после этого жить безбедно. Победила алчность, а китайцы, благодаря Елюю Чуцаю, были спасены от геноцида. К XIV веку часть катайского народа поселяется в Приуралье, где их застает нашествие Тамерлана. По преданиям, именно это событие стало причиной переселения катайцев в Зауралье и Сибирь. Они выступили на стороне законного хана Тахтамыша, за что подверглись жестоким репрессиям со стороны Железного Хромца. Тахтамыш хандан аскарында мына Котайдар иң шеп ушкан. Хурсылар Котайдар болгандар. Шынан Тамерлан бүтө Котайдарды без кырып бүтерге, бирин да калдырмаса кырып бүтерге шундай буйрук берген. И менин мына шул Котай, Котай деп инде. Анын исимин балки биринчи тарыхчылар табыр анын исмин. Исимин. Ул мына шул оруудун исимин Кабилебиздин исимин Котайды хаклап калыр үчүн уну үзе түгөл инде анын бирге болгон Котай кишилери аны Котай деп, улуу Котай деп жүрөткөндөр. Рассказанное предание объясняет происхождение названия главного аймака башкирских катайцев под названием Улу Катай, то есть Большой Катай. Первоначально он располагался на территории современной Челябинской области, близ современного города Нязепетровск, над которым высится сопка, носящая у местных башкир название Катай-Тау, то есть Катайская гора. Мында мына келип, мына мында шул Катай-Тауында, мында келип алар куасып үлгүргөндөр. Елгалар, урмандар аша Тамерландын гаскарынан юл яздырып куасып келип мында орнашкандар. Ол Котайдын өзү менен бир йүзлөгөн гана киши болгон. Шунан мына таралып кеткен Котайдар, улуу Котайдар, бала Котайдар и башка иньяр Котайдар барыгыла мынан таралып кеткендер. Таким образом, к 18 веку было четыре аймака катайских башкир. Бала-Катай, расположенный в Белокатайском районе республики Башкортостан, Инзер-Катай в Белорецком районе, а также Улу-Катай и Ялан-Катай, находившиеся в Челябинской и Курганской областях соответственно. Один из старейших катайских аулов, Юлдаш-Катай, в прошлом году отметил свое 425-летие. Судьба этого селения трагична и одновременно символична, поскольку отражает дух прошедшей эпохи. Для Асляма Арсланова, уроженца Юлдаш-Катая, трагедия родного аула не дает покоя вот уже много лет. Бүтө үйдөр бир-бирине тийип туралар эле. Шул катлыны. Бүтө урам буйлап ауылдар бирине де бош орун жок эле. Бул терелер мектеп бар эле. Шунан анын артында клуб була тургайны. Хазыр кесерткенден башка бир неме эле калмаган эле. Мына эң эски, эң бурунгу авыл инде. А хазырки күндө мына ушундай халга калган. Несин шулай болуп чыкты. Мына Свердловск калагына, хазырки Екатеринбург калагына эсерге суу жок. Поэтому было решено построить на реке Уфе водохранилище, воды которого должны были затопить аул Юлдаш-Катай. Жители стали покидать родные места. Почти все разъехались по ближайшим городам. Потом началась перестройка, и этот масштабный проект, как и сотни других, был остановлен. В итоге и плотину не построили, и уничтожили целое село. Тенденция, как говорится, налицо. Ни одно селение катайцев, находящееся в пределах Башкортостана, пока не исчезло. Тогда как уже в нескольких километрах от административной границы республики ситуация становится совершенно иной. В этом мы убедились, посетив в апреле сего года самый дальний катайский анклав, находящийся в Курганской области.
После принятия русского подданства в Катайской волости строится Катайский острог, ныне это город Катайск, Долматов монастырь, Утятская и множество других слобод, а также заводы Уфалейский, Кыштымский, Каслинский, Суховязский. Вытесненные со своих земель катайцы передвигаются еще дальше, на юго-восток. Так восточная группа катайцев оказывается на территории современной Курганской области. До их переселения эти земли принадлежали другому башкирскому роду – табын. Манда маленький Башкортостан, это алтымык до нашего башкортар проживают инде. Манда считаем коренной населением. Тангракул мактавында уканым башкортца, хигит класс бетеп. Шунан тугадансы, унансы класска кеттым Юламан школахна русса. Ол вакытта башкорт тілі бигрек күстейіні. Потому что Уфанан еберілділер 56 жылы, наверное, оқытушылар келділер. Видимо, ол вакытта шындай күсті программа болған. Именно жыл отдаленный областарда, райондарға Башкорстан ярдам еткен. В 1917 году решением учредительного курултая башкирского народа, провозгласившего Башкирскую республику, на территории Альменевского и Сафакулевского районов Курганской области был образован Ялан-Катайский кантон, в состав которого вошли Катайская, Сарт-Калмацкая и Ичкинская волости. Однако уже в 1922 году кантон был упразднен и передан в состав Челябинской области. Как следствие, из учебных программ здешних школ со временем было изъято преподавание башкирского языка, что нанесло значительный урон национальной культуре курганских башкир. Катай был аталайны был якудын. Абдрашка хатлы. Арьягы, Сафакуль ягы, ол Ялан ягы, деп атала. Он еллап тренде башкиртса, все же мектептерде башкирт тілі. Киртле башланы, ирете башланылар. А то ведь бетендай башкорт тілі югіне ол мектептерде. Огромный ущерб башкирам Курганской области нанесло так называемое укрупнение сел, проводившееся в 60-х, 70-х годах прошлого столетия и сопровождавшееся переселением жителей небольших деревень в центральные усадьбы. На практике это вылилось в перемещение башкир в крупные русские села. Колхоз вахтында, совет власының вахтында, мына башкорт ауылдарды бітіре баштанлар, кіске ауылдарды. И был урыс ауылға, яйдап, центральный усадьба колхоздың еті, бізді башкорттардың ауылды көсерділер. Көсерділер, мына Буртышкан ауылын, Килей ауылын, Тәмәк ауылы. Олар біткәс, Шығай ауылы, мында келділер. И хәдір бұл ауыл көбіне башкорт халқы, 70% мында яшеген башкорт халқы яшай. И көбіне мына мәктепте оқыдар, башкорт балдары. Мына бұл ердерді ата ем, қарттайым, қартнайым хидеген сәбілі білем енді. Ол мында қатайдар, бала қатайдар, инер қатайдар, от шул халық мына шулар яшегендер мында. Олардың мына ере болған, олар шул ерде еріп, көп күту мал тұтқандар. Проезжая по дорогам Курганской области, можно увидеть памятные знаки, свидетельствующие о том, что здесь некогда находились башкирские деревни. Деревня Туйгун основана в начале 18 века, упразднена в 1963 году. От государства ждать помощи сельчанам не приходится. Остается просить ее у Аллаха. Рәсәйҙә йәшәһәк тә, без башҡорт динен бик һаҡлайбыҙ. Ниндәй генә эш башлаһаҡ та, ул эш аяттан башлана. Килен әйттерҙеләр икән, таҫтамал алдылар икән, аят уҡыла, никах уҡыла, исем туйҙары үткәрелә. Хатта егеттәр рус ҡыҙын кәләш итеп алһа ла, ул башта мосолмандыҡты ала, уңа башҡортса исем бирелә, никах уҡыла. Шулай иттереп, беҙ үҙебеҙҙең динде бик ҙур тотабыҙ.
В 2012 году на территории Белокатайского района Республики Башкортостан прошел съезд башкир верховьев реки Уфа, большая часть которых была представлена родом Бала-Катай, то есть Малый Катай. На праздник приехали гости из различных городов Башкортостана и соседних областей. Свое искусство демонстрировали фольклорные коллективы. В выступлениях рассказывалось об истории рода Катай, о его древних традициях, звучала озабоченность относительно будущего башкирского села. Иш юктан, кишлер, ир кишлер, қолаға кетелер, в основном Екатеринбург кейінді біздікілер. Хадыр ғумырдар бек, дүниялар бек ауыр. Хүкімет біздің өзінсе яшай, халық өзінсе яшай. Іліктен ілік бет башқырттар бір бұғандар. Тойдарда ала, қонақта ала, хұғыштарда ала. Нинде қайғы болғанла башқырттар бірге болғандар. Мына яш ғалимдар тоже янып күйіп юридар. Біздің үшін бірге болығыз башқыртлар. Ятып қалғансы, атып қалтып. В условиях полного распада советского уклада жизни единственными скрепами, способными сохранить сельский социум, становится возрождение традиционной культуры. Ведь для нее характерны солидарность и коллективизм в решении насущных проблем, так необходимые нашему атомизированному обществу. Бастыны қарайбыз ендейме. Мінгілілер, юрматылар, бик, ойышмалары бик зур. Бірге-бірге матур-матур сабраниялар құралар, бірге шлейдер, концерттар ойыштырлар, бейрамдар, міне, ниндейдер акциялар өткерелер. Міне, бізгелі қатайдарға шул керегені, міне. Біздің де өзі-біздің бик матур, ақылды кішілері біз бар. Олар біздің Улы кишлер болып, старейшина болып, деп, біздің етекле, біз бірге яшарбыз, деп, ойдайбыз алғы күндерді. Башкиры рода Катай оставили славный след в истории. Из их среды вышли такие борцы за самоопределение башкирского народа, как первый председатель Башкирского областного совета Шура Шариф Манатов, сподвижник отца башкирской автономии Ахмед Заки Валиди, профессор Анкарского университета Абдул-Кадир Инан, командир 3-го пехотного полка башкирского войска Галимьян Таган, писатель Кадир Даян, народный артист СССР, сыгравший в кино роль Салавата Юлаева, Арслан Мубаряков, композитор Загир Исмагилов и многие другие. Племя Катай ныне имеется в родовой структуре не только башкир, но и каракалпаков, нагайцев, кыргызов, узбеков. Среди башкир Катай одни из самых многочисленных групп. Они прошли огромный исторический путь от эпохи гуннов и сумели донести свой древний этноним до сего дня. Такова была сила традиции и сила исторической памяти. Именно историческая память делает народ народом. А помнить башкирам-катайцам есть что. Их славное прошлое должно стать залогом их не менее славного будущего.